Так, Влад, якої країни робиш? Румунії. Румунії. Ребята, всім привіт. На каналі Світлана Карпа. Підпишіться на канал. Зараз ми робимо вафельки і робимо їх різноцвітними. Рецепт вафельок в предыдущих відео. Як робили цвітним тесто, теж в предыдущих відео. Визначено воно вот таке. У нас їх 7 цвітів різних. Жовтого вже немає. І зараз покажу. Лера вже зробила вафельки. Вот такие. Дианка, сделай тише, пожалуйста. Останови, я сейчас видео расскажу людям, потом включишь. Так, вот такой у нас флаг Румынии. У нас такой чуть-чуть голубой получился. Такой. Да. Флаг Украины. Это Диана цветочек делала. Такие вот вафельки. Так, сейчас покажу, как Лера там делает. У меня будет Румыния с таким. Угу. Ну, он тоже желтенький, просто нежно-желтый. Так. Гим? Гим? Да. Yes. Так. Марк. И Марк хочет вафелек. Привет. Марк с Алиной только что гуляли, мы набегались. Сейчас, сейчас делаем. Сейчас буду делать виноград. Так, Диана хочет, чтобы ей сделали тоже YouTube-канал, да? Что сможете смотреть видео Дианки на YouTube-канале. Ой, Вася, сейчас будет виноград, я рассказала. Про току боку. Для тех, кто любит игру, только бока, это для деток больше. Вот такие вафельки. Притом у нас уже было две Украины и две Румынии. Мы уже просто угостили, уже все покушали. Очень вкусно, да? Так бы у нас уже полная тарелочка была. Так, Лера хозяйничает, умничка. У меня мальчика такая. Лера, что ты там хозяйничаешь? Я бы хозяйничала свои пушинки. Так, а я же еще хотела этот сырнички сейчас буду делать. Сейчас с вами закончу вафельки. Молодец. И что, нас приглашали на самокате кататься? Давай, пойдете кататься на самокате. Я сама не хочу, ты со мной будешь. Что, возьмем собаку, они погуляют. Да я буду сидеть. Да не тявкай. Собака будет с мамой. Ой, молодец. Давай всем покажешь, какой ты красивый. Как ты умеешь? Вот так умеет. Вот так. Оливия, сидеть. Оливия, сидеть. 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 Молодец. Оливка у нас вкусная, а ты у нас веселый. Давай. Хорошо, Лер, а есть кола? Принеси, Диана, я тебе налью. Там так, кока-кола. Ну что, как наша вафелька растет? Растет. 4 минуты выпекается одна вафелька. Такая уже красота. Да, это нельзя. Не надо, чтобы падали. Пусть пушистые будут. Зачем ты прижала? Чтобы осторожно. Чтобы был вот этот хрен. Аккуратно, там кто-то может зайти будет. Так, ребят, вот такие вот такие вот такие вафельки у нас. И вот такие вот пищащие девочки. Сейчас покажу вам. Сейчас покажу. Вот такие вот такие вот такие вот такие вот такие вот. Что пищим? Колу и аккаунт. Колу и аккаунт. Хорошо, иди за колой. Сделаем. Покажи свои игрушки, какие вчера купили. Покажи вот эти вот. Антистрессы. Барашка. А это не пчелашня. Нет, это ежик. Это ежик. А это не пчелашня, это ПЛ. Идем. Окей, окей. У нас еще багато. Так, Оливия вышла. Лер, Диан. Оливия вышла. Оливия! Словишь Оливию? Да. Ой, там я звала. Сюда я. Где-то там. О, у Леры пока я отвлеклась, Лера вытянула вторую вафельку. Так, если ну вам что? Разложить вот так, показать красиво. Теперь будем рисовать виноград. Ой, стоп, 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 сейчас покажу. Ребят, еще одну вафельку с Лерочкой сниму и побежим. Девочки, там шашлык уже. Марки! А, салют! Hello. Марк! Марки! Марк нужен клининг, груминг! Алико! Парикмахерскую нужна, Марк. Так, ну что, тоже сложный процесс. Давай, о, так. Тебе будет виднее. Тоже что-то солнышко с другой стороны.
А, ты прям хочешь виноградинки рисовать? Не, рисовать не буду. Не будешь? Вот так. И хвостик надо наложить. А-а-а. И теперь завываем белый. Ух ты. Хай, его напрожарите? Давай. Ну. А, словила Оливия. Ну, давай. Ой, ой. Я подышу. Виноград. Мам, и не улыбайся. Мам, давай, и не улыбайся. Мам. Давай, ну, устала. Давай Тару покажу. Тара. Тара. Хай, Тара. Тара. Еще у нас есть Тара. Да, Тара, привет. Привет. Оливия опять убежала. Диана, с головы Оливии. Так, а я покажу. Вера. Как делает. Дин-дин-дин. Она чуть-чуть да, поджарилась. Наверное, очень быстро только что снимала. Она просто быстро выскочила, пока я Тару снимала. Она ванилька пахнет хорошо? Да. Да. Что происходит там? Угу. Иду. Так. Вот такие вафельки у нас получаются. Такие цвета у нас разные. Спаситель, закрывай хорошо дверь, чтобы она не убегала. Сейчас мы запечем. Покажу вам вафель. Осторожно, Верта. Обязательно вафельницу мы смазываем сливочным маслом перед тем, как лить туда тесто. Это фиаско просто. Ты упала на пол, что ли? Нет, я так стала. 2 минуты, плиз. Да? Так, ты не идешь, Мус. Тебе нельзя. Я уже устала с тобой бегать. Да, но я повторяюсь. Мы делаем по 2 штучки. Не сука. Одинаковые. Ты сейчас один цветочек повторяешь. Нет, я сейчас буду рисовать. Лер, ну обязательно, делай так и подобается. Просто вдруг опять ушла Диана, спасай ее. Собаку. Ну как там вафелька? Мама, растет? Ну с этими не дошли. 4 минутки у нас с каждой вафелькой. Лена, блин, ко мне, да. Мама, ну цвет? Ко мне. Ай, главное, я перевернула, что она да. Оливия, вы на беседке ходите? Я сейчас не думаю. Фабрица, ты по яичам? Оливия, Оливия, ко мне. Оливия, Оливьена. Я уже была на входе в беседке. Мы там уже попрошаемся. О, наша вафелька растет. Растет. Сейчас будет красивая. Лера достанет. Я покажу вам обязательно этот процесс. И, в принципе, отключаюсь уже на сегодня. Больше видео снимать не буду. Не трогай. Что, показать, какая она получится? Не трогай, я не хочу. Я не хочу, я хочу пушистую. Ну, не. А я хочу, чтобы принт был. Отстань. Моя вафелька. Закрывай дверь, мы сейчас их в комнату. Мама, ты подивись на эту принцессу. Снимай эту принцессу. Все, нет там ключ. Я с тобой в следующий раз. Марвис. Ника, да что ты на них бегаешь? Марк, что это такое? Марк, дай им по одной вкусняшке там, возьми на подоконнике. Туда иди, мам, туда звали кушать, в беседку. Лера, не трогай мою вафельку. Все, я уже и достаю. А, не рано? Мне кажется, рано. Я все так достаю, мама. Чекай. Покажи, какая получилась. Хова. О, реально. О, виноград. Динь-динь-динь-динь-динь-динь. Видите, какой виноградик. Здесь еще на баклажан похоже. Да, класс. Вообще не, как гроздь винограда. О, баклажан. А что ты еще делаешь? Еще один виноград. Я делаю всех по 2, бо вдруг кто сидит везьми, а кто еще одну только захочет. Оливка! Так, ну все, ребят, всем пока-пока. Ставьте лайк. Мы допекаем наши вафельки. Потом коротким видео покажем, если успеем, какие получились. Виноград!
корни. Виноград. Так, хочу сейчас припечатать. Мам, налей мне вот, если хотите сделать узор, лайфхак от Леры. Мам, налей корни. Хорошо, минуту. Оно стоит. Окей. Я сейчас попробую с двух сторон сделать. You can make corn, if you want. Окей, окей, окей. All. Окей, окей, окей. Я буду сидеть. Так, ну все, ребят, всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не пропустите наши интересные, веселые, увлекательные видео. Теперь ты лёшь тесто. Я буду... Если хотите узор, делайте. А вы идете кушать мяско? Нет. Я буду сразу обуться и сидеть мне двое, чтобы вас не купить. Не, я оставлю их вас здесь, пока вы допечёте. Я 30 секунд закрываю. Мама, налей пол. Сейчас, минутку, сделаю. Ой, всё. Оба гостя. 30 секунд, на 30 секунд я её так закрываю. Нет. Мне переодеваться или можно так? Может, можно так же жилетку одеть, да? Чё, я там в шортах вообще пила. Я так в футболке. Не, ну я жилетку одену, потому что чтобы там в тени. Ну, да. Или кофту, или жилетку. Упс. Давай. Упс. Покажи, а то ты закрыла все. Мам, да я что так аккуратно. Марк. Куда вы сейчас, сейчас заберем. Все, пока. Да потом, потом вытришь. Не три на эту на тарелку. Опа. Все. Ну, сейчас сделаю. А, Лера решила с этой стороны тоже делать узор. Да не, не, надо опустить, как за корочку. Угу. Я тут, я понял, я... Там возьмешь салфеточку, потрешь тарелку. За цами не ты досы столей. Все, ребят, всем пока.